Всем привет, с вами Swordplay. И у нас 24 уровень. И нас в него пускают, поскольку у меня есть 22 секунды. Выходит, что нам хотя бы сколько-то секунд надо, чтобы было в плюс, и нас будет пускать на уровень. Не так-то плохо. А что ж, погнали. О, мы уже наверху. Все ближе и ближе к верхушке Доминака Плаза. Это залетающая муха. Ага, нам нужно 2 минуты 30 выкроить, чтобы пойти в последний уровень. Это будет непросто, но я постараюсь переиграть уровни, хотя я уже пытался многие, часть переиграл, но некоторые все пока не поддаются. Но надо аж 2 минуты 30. Эх, непросто. Но последний уровень, мы должны будем это сделать. И стоит сказать о том, что я заметил, переигрывая уровни, такую особенность, что когда летает этот бонус по типу механической птички, с которой выпадают лечилки и оружие, если ее, например, огнеметом убивать, то иногда выпадает только сердечко, а оружие вообще не выпадает. Не совсем понял, работает ли это на ракетницу и на гранаты, но на огнемет точно работает, поэтому желательно этих птичек, летающие бонусы, убивать все-таки не через огнемет, иначе вам не будет выпадать дополнительного оружия. А без него, как вы сами видели, хрен пройдешь. Тем более,
на время. Такие вот дела. Ну а с вами был Swordplay. Всем пока.